Приветствую всех, с вами Марийка, Мария Целительница. Моя любимая кастрюля перед вами. Это моя кастрюля только для отвара из трав, для ванны. В нее помещается 5 литров воды. Смотрите, еще один рецепт для ванны. Здесь у меня собраны травы, внизу уже не видно, я заложила, но там зверобой. Это крапива, веточки березы. Здесь у меня крапива, которая не жгучая, скажем так. Яснотка ее белая называют. Затем цветы лаванды. Внизу также находятся, скажите, перетертые почки березы. И еще я добавила почки тополя. Перетертые, да, вот они смолотые. Прям хорошо 2-3 столовые ложки. Очень полезно для кожи, для потных желез, для обмена лимфы, а также для обмена веществ в целом. Это подпитывает подкожную клетчатку и выводит из организма те застои, которые уже есть. Ну и, в принципе, все эти травы действуют на обмен веществ. Забыла еще сказать про семена крапивы. Здесь тоже у меня, вот они надмокли. Вот, крапива очень хорошо облегчает боль в суставах, снимает напряжение. Но если регулярно делать такие ванны из отвара, то у вас будут исцеляться раз за разом кости, потому что пойдет солевой обмен. Ну и рецепт такой, что... Ставите, то есть доводите до кипения. Как только пошли такие маленькие пузырьки, выключаете, покрываете полотенчиком сверху и наставите 2 часа. Затем через сито добавляем в ванну. И ванну принимать нужно 20 минут, не больше.